Я часто общаюсь с верующими людьми, которые говорят: мы молимся, чего вы от нас еще хотите? А я хочу вам рассказать одну притчу о праведнике, который всю свою жизнь молился, не грешил, и однажды узнал, что на его местность надвигается наводнение. Когда мимо моего дома проезжала колонна грузовиков, они ему говорили: поехали с нами, то утонешь. Он говорит: нет, меня Бог спасет. Грузовики уехали. По улице, которая превратилась в полноводную реку, плывет колонна катеров. И они ему говорят: поехали с нами, ты утонешь. Он говорит: нет, меня Бог не оставит. Катера уплыли. Затопило еще больше. Под самую крышу он сидит на трубе, и мимо пролетает вертолет. И они ему говорят: мы сбросим тебе веревочную лестницу, полетели с нами, ведь ты обязательно утонешь. Он говорит: нет, я верую в то, что Бог меня спасет, на него уповаю. Вертолет улетел. Мужик утонул. Попадает он к Богу и говорит: Боже, как же так? Я же всю жизнь молился, не грешил, а ты вот допустил. Бог ему и говорит: нет, давай разберемся. Я тебе колонну грузовиков посылал? Посылал. Я тебе колонну катеров посылал? Посылал. Я тебе вертолет посылал? Посылал. Вот и не обижайся.